ударим экстримом по серым, скучным зимним выходным. Вот эта штука называется троллей. Длина 100 метров, высота 40 метров, средняя скорость поездки примерно 20 километров в час. В общем, вот сейчас они будут сигать отсюда. Ready, set, go! Заездом с ветерком предшествует серьезная подготовка. Нужно натянуть все тросы, закрепить тормозную систему и вселить спокойствие в тех, кто отважился на эту адреналиновую забаву. Безопасность, в принципе, стопроцентная. Веревки выдерживают максимальные нагрузки до 2-3 тонн. Для тех, кто боится здесь катиться и думает, что это опасно, в принципе, я могу сам здесь съехать. Почему я говорю про себя? У меня сломана ключица, мне на нее вообще никакое напряжение давать нельзя. Все снаряжение здесь настоящее, альпинистское, от тросов до роликов. Финальный штрих – шлем на голову и вперед. Зимний троллей – не только экстремальная забава, но еще и солидная физическая нагрузка. В планах у организаторов найти точки повыше, увеличить скорость и продлить трассу. Хотя некоторых и нынешнее положение вещей вполне устраивает. В самый момент это в животе щекотит. Наверху. Я еще когда отпускать, я так вцепилась. Я не хотела. Еще рост такой. На веревке. Пыталась. Вдоволь насмотревшись на других, убедившись, что это совсем не страшно, а еще изрядно промерзнув, я решила испытать на себе все прелести троллея. Я боюсь очень. Это стресс. Ну, сейчас проверим. Там встретимся. Ready, set, go! Мама! А, не так. Да. Лететь сначала не страшно. Страшно, когда ты приближаешься к дереву и стопоришься. Ну, поехали дальше. Ай! Как же ж это? Счастливым приземлением меня Татьяна Меньшикова, Виктор Казаров для программы «Утро с губернией».